Ну, в общем, если надо что-то поменять в жизни срочно, вот полностью, да, то это сюда, да. Здесь научат и покажут, как сделать по-другому. Ну, наверное, то, что хотелось, то получилось. Новая профессия и куча-куча теперь всего того, куда можно пойти, куда, что можно вот с этим документом сделать. Что главное, наверное, сказать, это то, что, ну, всему, главное наш этот, кто нам мешает в то же время, помогает это время. Так что все нужно делать вовремя, особенно здесь, на этой специальности. И терпение, когда кажется, что все сломалось и не восстанавливается. Все восстанавливается, все заново строится. Вот. Так что терпение. Делайте быка. Да, Светлана, про терпение, про настойчивость, это прям про вас. А ну какую настойчивость? Ну, настойчивость в том, что вы, несмотря на все трудности... Да? Конечно, было трудно. И очень благодарна Марине Евгеньевне, что меня уговорила остаться, потому что уже все, уже собиралась, честное слово, собиралась бросать. Но решила все-таки довести до конца. Все, очень благодарна всем преподавателям. Очень интересно, трудно и интересно. Действительно, новая специальность – это всегда хорошо. И когда есть поддержка, есть кому дать волшебного пендаля, да? Это круто, правда же? Потому что все работают на результат, да? Я хочу выразить в первую очередь огромную благодарность всем преподавателям, без исключения. И сказать, возможно, будущим студентам, если вы думаете поступать сюда или нет, поступайте. Вам помогут, вас научат, и вы никогда не останетесь без ответа на вопрос. Я в этом убедилась не один раз, помогаю до последнего. И помогают поверить в себя, даже когда ты уже, ну, готов уже действительно закончить обучение. Нет, мы дошли до конца. Ребята, если вы хотите поступать, это очень хорошая возможность прокачаться. Начать что-то новое, либо прокачать свои уже имеющиеся какие-то базовые знания. Обязательно поступайте. Приходите сюда. Я, наверное, подытожу. Если вы хотите стать веб-дизайнером, то вам определенно сюда. Здесь вам помогут, научат, подскажут. Глупых вопросов не бывает, поэтому если что, задавайте. И, конечно, развивайтесь. Спасибо.